Кирилл. Меня зовут Паша, я играл в Дежавю или Дежавю Рак, как вам угодно. В общем, давно не виделись. Это наш свой блог. Сначала я хочу вас всех поздравить со всякими зимними бонусами, Новым годом и каникулами. Короче, в общем, было весело, надеюсь, что вам тоже. Потому что, ну, на то были, в общем, причины. Для тех, кто не знает, последнее шоу было в клубе B2 в Москве вместе с чуваками из Лондона, Hells for Heroes. В общем, спасибо всем, кто там был. Было отличное шоу. В общем, теперь о главном. Мы выложили в интернет нашу акустическую сессию. Ее можно посмотреть на... Что ты делаешь? Что вы делаете? Отличный кадр. Смотреть на dejavurock.ru или youtube.com/dejavurock. В общем, чекайте, мы старались. Там просто живая сессия и наши любимые мультфильмы. В общем, пишите, всем ответим. Peace. Собственно, в заключение нашего сюжета оператором сегодня был мой друг Димон. В общем, раньше он выглядел вот так. А теперь он выглядит... Не, не сниму. Вот так. Блядь, я пошёл. Мать твою, скажи что-нибудь. Пошёл ты, блядь.